На сайте Нижегородского государственного выставочного комплекса открылась экспозиция «Саров мистический». Художник Александр Маркова-Ерошек представляет около 60 работ. В них история города, его дух и личности. Идея создать такую выставку получилась совершенно случайно. Александра участвовала в проекте НГВК «Свобода творчества», провела несколько прямых эфиров в группе учреждения в Инстаграм. А дальше получила предложение создать свою персональную онлайн-выставку.